Какой пати пойдем, чтобы сделать хороший профиль для рейда? Кто как назвал? Что там написано? Вызволить? Он там пикает. Этот. Ну, у нас пиздец пачка, я говорю, РДДшник и нет РДД. Поэтому я и говорю, попускали РДДшник. Помогали мне искать. Ну, похер, здесь РДДшники не особо нужны, милики, больше даже профита сделаю, чем РДДшник. Поэтому тут такой босс, похуй. Сумоньте первых 5 пати, ставьте шкаф, джанг, заходи. Ставь шкаф. Первых 5 пати сумоним. Первых 5 пати сумоним. Джанг закастуешь СС на Кадаму. Потом, когда начнется третья фаза. До третьей фазы не кастуешь. Там видишь, босса 35%, допустим, сразу на Кадаму закастовал. Санечка, ты также хилишь этих хантов. Хантов. Так, надо Юре. Юра, ты можешь разговаривать, по-моему, я тебе давал возможности. Надо еще Кадаме дать возможность. Символы там сразу в ДГшнике. Да, символы. Символы свои поубирали, которые... Анхолик, смотри аккуратно, сферки не сбивай. Ну, ты уже был с нами, с Энджи, поэтому знаешь. Сумоним всех остальных. Вудли, Варшаму. Крест. Метка цели печенька. Привет. Слушайте, у кого-то сопрот, я только пришел с работы. Да, продам. Где ты есть? Я поставлю на себя сейчас метку звездочку. А, вижу, да. Ну что, в будущем планируется выдавать фласки, пока что вы покупаете фласки. Куда мне 2 сопрота там? Сколько там? 250 он стоит холды? Нет, сколько 250 100 голды кидать? Да. А, ладно, да. Золото. Нет, сохрани золото, надо. Можешь это он мне дать? У меня нет. Да, он тут их хватает детей. На, хлебники, бля. Короче. Вудли, сумоньте. Буду тактику ставить. Только тебя я это знаю. Нашел уже кто-то эту, как его, тюрьму новую эту. Не были штолками еще. Я вчера убил одного. Этого среднего. А в шмотке выпал? Падали, короче, плечи с какие-то, с таким, такой имбалансом на чарка, типа на мишку. Там типа, ну типа, ну они работают только на этом, Толгороде и все. Ну они имбо, они типа именно упали плечи сразу с чаркой, типа. Я хер знаю, можно там чарить что-то, нельзя. Нет, там просто есть токен для апа шмотки, он выпал или нет? А, не выпал. Или выпал, я не помню уже. Выпало 3 шмотки какие-то. Понятно, надо ходить посмотреть. Не, ну они интересные, типа. Все, Юр, тихо. Смотрите, бой мы начинаем. Сейчас поставлю метку еще печеньку. Вот будет стоять. И Андрею помощнику надо дать. Бой мы начинаем, будет они в печеньке стоять, все играют по нобу. Троянский, не Троянского, нет, Бухой, с тебя будет сбить сферку для Пети, в кресту, грипнуть сбить сферку. Мы начинаем, играем тупо по нобу, ханты бегают, напуливают мобов, сверки никто не трогает. Дальше выходит 2 пачки мобов, а нуб зарывается. Вы все вот сюда выбегаете ближе к центру. Ждете, пока выберется цель, выбралась какая-то цель, побежали, эта цель побежала в сторону ромба, там будет сбита сферка. Там будет сбита сферка. Первый побежит закидывать бокс. God help.
Вот, допустим, возле ромба здесь разбита сферка, вы на нее не заходите, становитесь возле сферки. Возле сферки. Ждете 2 секунды боба, вам закинули боб, ждете 2 секунды окончания боба, закончите 2 секунды и забежали на сферку, разбили ее. Далее. Если стальной рейд, уже должен стоять в кресту и бить мобов. Всех АОЕ от мобов бьют 100% по мобам. Далее. Далее, выбирается какая-то другая цель. Но за этот момент мы уже должны сбежать с лужи. Выбралась цель, будет разбита сферка в квадрате. Войд, когда пройдет Ануб туда, дальше, твоя задача будет грипнуть сферку в квадрат и разбить, чтобы я это не делал. Но забьешь через грип ты сферку в квадрате. Также будет разбита сферка в квадрате, то же самое, не забегаете на сферку, становитесь перед сферкой, ждете второго боба. Второй боб закинет у нас Яката. Яката. Закинул боб, 2 секунды боба, забежали. За этот момент мы уже всех мобов добьем, сбежимся все в центр, выбирается третья цель. Третья цель выбралась, она просто такая титануба, все остальные бегут в сторону печеньки, но при этом играют все по трэшу. Трэш обязательно в приоритете убивается. Все, потом оно выкапывается, добивается обязательно мелкий трэш в приоритете, потом только бьется ануб. Идем потом бить ануба. То же самое, также две фазы, две пачки мобов. Первая пачка, вторая, ануб зарывается. То же самое, все выбежали в центр, ануб выбирает какую-то цель, цель побежала в сторону ромба. Туда уже побежит Сацуна, закидывать боб. Тоже в сторону ромба будет разбита, ждете, пока закинули вам боб, закинули боб, 2 секунды и забежали на лужу. Вся остальная пачка также бьет мобов. Четвертый человек, который закидывает боб, это Вакачи. Потом четвертый человек тоже будет разбита в районе квадрата где-то сферка. Четвертый человек забегает туда, Вакачи закидывает ему боб, ждет 2 секунды и забегает на сферку. Третий человек после второй закопки тоже просто раскачивает ануба. Потом мы добиваемся трэш. Все добиваем трэш. И подходим под задницу ануба. Прям все-все близко к заднице ануба, чтобы мы стояли. И нас было проще прохиливать. Танька единственный мавар. Он будет один стоять и прохиливать хантов. Ханты будут на пуле быть мобов. Сейчас ставлю рыбу. Будем пытаться это сделать. Кушайте все рыбку, все сапроты прям сейчас пьют, обязательно сапроты. 10 минут хватит или перепивать? Хватит пока что. Один трой хватит. Рибаф, ну все рибаф дают. Также, если какой-то человек умирает, сразу же его рибаф. Началось, есть сапрот, 100 голды, готов. Также все выпили духи. Новое требование. И пока есть. Ну, плюс СПД сколько? И ЕП. Сперва можно вообще все хати пить. И духи. Там и СПД, и сила атаки. Все, подошли все звездочки сейчас. Никто раньше босса не пуляет, Войд сам его запулит. На пулы первые отдаете по... Это рок касается по Войду сразу. Даже давайте так, Маздай можешь никотина напулить. Владюха в Маздай, никотин в этого. Блять, ну поняли, короче. Во Войду. А потом можете между собой обмениваться. До зарывания. На зарывании опять должны будете напулить Войда. У тебя готовность? Чтобы было больше урона у нас. Все в квадрат стали сейчас. Весь рейд, кроме людей назначенных. Что, все готовы, Андрюх? Саня, закидывай поджанку. Этот, ПС-ку. Мы пулили мобов, следующее. Следующий через 27 секунд.
Все, Роги, можете между собой на булами обменивать. Два урона больше по нобу. Следующая через 10 секунд. Мобу. Выше. Какой мастер. Почему-то дрон на нем. Все, сейчас приготовились в центр выбегать. Будет слева сперка разбита. Скибиди. Скибиди побежал, и первый год хелп. Все остальные побежали бить трэш. Войд, себя разбить сферку в квадрате. Иди уже разбивай. Играем все по трэшу, ауешкам. Следующий закидывает Яката. Ренессанс. Побежал, Яката, приготовься. Сосуны побежал. Яката, приготовься. Играем по мелкому трэшу. Все к центру сбежали. Служи, главное, садите. Штаков много не утратит. Кто может подстанивать, подстанивает этот трэш мелкий. Сейчас третий человек просто убегает. Все остальные... Смотрите, может цель два раза поменяться. Изморский просто убегает из рейда. Только не бегите, не бегите. Так, людей убеги, все, отлично. Доиграли, тут пару мелких осталось, два, если точнее. Три. Четыре. Скоро большой трэш выйдет. По мелким доиграли все. Все, подошли к квадрату, последнего мелкого добейте. Хорошо. Одного нам из рука на коте. Хорошо. Играем по анубу все. Все то же самое делаем. Дальше бежит Сосуна, первый боб закидывает. Последний будет в Акате. Приготовили жуки выйти. На Вуди агро. Дальше. Или выбегаем в центр. Еще раз напоминаю, Сатуна и человек, которого выбрал ну. Будет справа сперка сбита, если кто. На меня бежит 15. О, ты сам на себя и закинь. А сверка есть? Да, есть. Да. Ну я разбиваю. Где-нибудь в квадрате иди. Не в строгой в квадрате, может где-нибудь там. Грипни ее только вначале. Смотрите, там сверху не возле квадрата, если что, ребята. Локачи, приготовься, ты закидываешь боб, можешь уже служить сбежать. Бой побежал, не через рейд, главное. Все остальные к центру сместились. Локачи, не закинь, главное, боб в него. По мелкому трэшу играем. Ну куда, Дима? Хорошо. Не уходи, только не сдохни, Дима, пожалуйста. Данг, что естественно, когда мы по мелкому трэшу добиваем. Смотрите, сейчас третий человек выберется, за мелкую побежал. Все, забрали нуба, доиграли по мелкому трэшу и все смещаемся. Еще один жук далеки. Еще двух жуков добить и прям под жопу нуба. Вот, пройди еще чуть-чуть вперед. Чуть назад, точнее, ну когда тебя разморозит. Еще чуть-чуть. Еще два казатика. Все, хорошо, нормально. Все, бурстим все под жопу босса, прям все под жопу, под жопу. Следующие жуки чин 14. Стамину снимите, стамину. Стамину все снимите.
Войд, приготовься, скоро избавим, пока не нажми. Приготовься просто. Герб, давайте. От природы. Жми, Войд. Айсбаум. Саня, приготовься, ты мастера урона мёртвый бой с паладин. Саня, жми. Лара Крик тоже может быть с ним. Прокиливайте, прокиливайте. Так, Мавар умер, да, из морски дай БР по Мавару. И сразу рибахло. Женя, жми. Саня, кастуй гимн на ману. Минус обхил повесьте кто-нибудь. Блять, в натуре. Если что, кей в армсе, то у него минус обхил есть. Не факт, что она в армсе. Армсе, армсе. Блять, не скликнул. Шасуна, дайте, по шасуну, Андрюха. 4 хила мертвые. 4? Блять, у меня этот. Как установил этот вуду, и нихуя непонятно, кто живой, кто мертвый, надо нахер вот. Вместо таунта стан сдал, блять. А у нас есть время подождать еще секунд 5 без перевода, пока стаки спадут? Ну, эти, отживал. Ну да, есть. У нас урона хватало. Падайте, вставайте, заново пойдем бить. Сейчас я эту буду вот включу, ни хера непонятно, кто живой, кто мертвый убили. В смысле, Сань? Если зеленой полоски нет, то надо. А у меня херово видно вообще. Или надо просто поставить стандартный цвет, чтобы был. Поставил просто по цветам. А, по цветам класса? Поставь это типа ники цвет класс, а то иконка цвет класса. Как это сделать? Как это сделать? Я после рейда себе сделаю. Бля, мне сейчас надо, потому что я вообще херово видно. Мне без буду проще тогда уже. Сейчас. Это я сам не помню. Короче, панели текст. Цвет класса, выделяешь и контур, желательно. Там две галочки сверху. Но я не понял. Я перекусил, похуй, вот сейчас хорошо видно. Не видно, какой класс, но потом разберусь. Сейчас нормально видно, кто живой, кто не живой. Да, я читал. Так вайпнулись из-за моего слака? Ну, Мавар сразу. Вайпнулись. Что-то меня профило. Такой... А, да, умерли, так, потому что... Владюха! Владюха, смотри, Галина, тебе в армсе посмотреть на меня. Да, она в армсе, нормально. Когда ничего не делали. Моб сорвался, и я пытался его забрать, и слил стал. Рыбу. Так. Что-то какого-то бафа не хватает. Все, и сместились к квадрату сразу же. Пошли заново бить. Изморский, выпей саппорт, ты под дедекной фласками. Тебя ухилить, всех хереют люди. Изморский, или как там тебя правильно? Кидай обмен, 100 голды, готовь. Будли, там, короче, где-то в этом... панелях, и там три кнопки рейд есть, и там убираются эти в хилботе вроде. Все, готовность. Это Маздай. Экзамен какой-то. Джанг, Гэдэм. Так, кто из хантов слева напуливает?
Давай слева Ренессанс, справа Кама. Все, все готовы. Припоты не забывайте нажимать. Здесь урон тоже очень важен. Жмите припоты, мы подождали, пока жвалы пропадут. Давай добавим, Андрюха. На первой секунде добавим пуло, на второй даже нажимайте припоты. И на третий файт нажимайте. Закидывай Шань КПС, Купа КД Джанку. Мобы вышли, Егор, приготовили. Не забывайте, что можете себя уже на пулы закидывать друг другу, чтобы урона было больше. Не скупитесь, отдавайте, урон нужен. Следующие мобы через 9 секунд. В этот раз лучше по урону идем. Потому что гораздо лучше. Так я 2 дикарона выпил, конечно. На 2% лучше. Справа будет Евгений Гудхелп, ты первый, если что, скибиди опять побежал. Войд сбей, сейчас проебезит, а ну, сверху. В квадрате. И играет пока по мелкому трэшу. Следующий приготовился Леката. Яката и воина Войда. Отлично. Войд и Яката, все остальные близок к кресту, к центру, с той стороны, к стороны креста. И кайтили много. Третий человек просто убегает. Войд, смотри, рискованно не играй. Много стаков не набираете, подстаниваете, подмораживаете маги. Зачем, блядь? Разбейте эту сферу. Зайдись, этот шлите. Да, эта сфера заруинит нам все. Доиграли по мелкому трэшу. Добили мелкий трэш. Последний жук остался, ну их. Эта сфера. Нормально. Эту сферу нужно будет взорвать. Третий человек, который выберет, ну, после взрывания, должен взорвать эту сферу. На нее бежит. Призыв помощников через 8 секунд. Морский залей, Инар, пожалуйста, помогу определенно третьей пати. Спасибо. Он мой сухом сорвался. Хорошо, отлично, я тебя собрал. Сферы не сбиваете больше никакие, только Войд сбивает, и я. Скоро будет взрывание. Будет в самом левом углу. Лакати побежал, и Сацуне тоже с ним. Следующий после Сацуне. Пики Лакати. Следующий после Сацуне Войд, тяни, хорошо. После Сацуне, как там? А, Лакати и должен закинуть. Лакати бежит, ты и закидывай. Годдэм побежал. Егор, смотри, чтобы на эту сферу пока не зашел. Лакати по Годдэму. Третий человек, которого выберется, должен взорвать эту сферу возле креста, которую сбили. Сразу все станьте там. Все, Женек, встань там. Все убежали в правую сторону, там, где мы бьем Ануба.
Под трэш играем. Никотин, смотри, не убегай. Хорошо. Мелкий трэш добили, там 4 штук еще. 5. Еще 2 звука осталось мелких. И под жопу все зашли. На пульте большой моб сорвался один. Да, он не восприимчивый. Его просто пока в торнадо закинули. Я затаунтил, Петя, да? Сбейте кастому сбейте! Я дал стоп. Я ловушку дал. Блять. Сбейте. Забрал. Все. Там еще сейчас другие выйдут. 2 или 7 секунд. Некоторые, но не у всех. Жуки вышли, придется Геру раньше давать сейчас. По урону ходим. Вышли. Пока бьем. Еще, не надо Геру раньше, будем нормально хватает урон. Блять. Когда же сбор? Из морса. Либо, когда мы, если есть второй БР. Войд жми. Мастера урна лед. Маздая тоже БР. Саня. Хиляйте как не себя. Женя, приготовься, мастера урна лед, другой человек нажми. Жми. Вышли. Смертью, нейтрализуй свет. Любой рога. На пульте моба. Могу забрать его, я его бью, все, забрал, он на мне. Петя, перед таунти. И все так просто, тут таймер попал. Я понял. Кто там писал магу? Я умер. А Тимур сдох, это он делал, мы не без отпила. Падайте. Бля, короче, так. Вот... особенность такая еще, вот я заметил, когда мы... успеваем залить маленький трэш, мы мешаем напуливать. Нам или нужно смещаться от пути пауков вот этих больших помощников, или убивать их раньше. Вот мы сейчас сами милики нахуй запороли вот эту всю хуйню. Просто кто-то дал ауешку, и пауки побежали на нас. Или точечно нахуй бейте, или вообще, блядь, не бейте. Ребята... давай, Вадюха, ты тоже все подстраховаться, но можешь вместо быстродействующего яда нейтрализуй, если Галина упадет. Там ты сильно урона не потеряешь, буквально капельку, но будет попроще. Ханты напуливают. Вудли, вставай. Блядь, очень жалко, что сегодня нашего тела второго нет. Там очень не хватает. Его на работу вызвали. Ладно, будем из того, что есть. Давай немножко. Женя, ты будешь отвечать за четвертую, пятую группу в основном, третья. Вудли за первую, вторую, плюс условно. Женя тоже иногда закидывает в первую. Блэкберри, в принципе, подстраховываешь. Годхелп тоже четвертая, пятая. Сань, это такое себе, надо, чтобы все-всех хилили. Это понятно. Ну, в общей сумме, просто в топ ориентировали. Godhelp, ты на кого частицу вешаешь? На Вайда или на Хики? Потому что я на Хики вешаю, а Войд что-то проседает пока, да. Приходится так. У него отдавать хил. Купите рыбу. И это, короче, хантеры, если немножко подобосрались, когда вы после напула моб бежал, у вас есть отвлекающий выстрел.
баунти на себя, подбегай к Пете и притворяйся мертвым. Он на Петю уйдет. Если ты предварительно перед этим через напул его уже ударил. И лапка, да. По-моему, все бафы есть. Припоты не забивайте, пить, ребята, очень важный момент. Ослабление магии долго раскидывать всем, там чуть-чуть. Хорошо, скажу про яд тебе на третьей фазе. Все, и готовность еще раз. Нормально, в принципе, все делаем, сейчас проблемы в захиле. Ну, там немножко вот косяки были, не сбивайте сверху рифму. Минимально. Галина. Раскинь всем хилам. Ну, блин, а ты долго ману потеряешь, нахер. Все. Все готовы, запускай ДБМПУ. Припоты нажмите только. Да, и вышли, но через 2 секунды следующие руки через 9 секунд. Вырывание через 6 секунд. Первый будет хелбит закидывать боб. Второй яката. Никотин побежал. Слева будет сфера. Будет у тебя в квадрате. Неката, можешь чуть-чуть уже сбежать с лужи. И Милики тоже, Женя Скибиди, побежал. Сили Фейс, перед лужей. На лужу не забегаешь. Все в центр сдвинулись. Играем по мелкому трэшу. Ну, Неката. Падайте. Мне карта чисто твой слаб сейчас. Да блять, что такое? Падайте, падайте. Первый сейчас побежит закидывать боб сосуны. Good health, наверное, на третий побежит. А, выпадал. По пути Сили Фейс раскидывай ослабление магии в пятой пати, и четвертая я по пути раскидаю в первое, второе и третье тоже. Пока будем бафаться. Четвертая, пятая с тебя. С меня. Нет, тебя килам нельзя кидать, потому что там шаман 2 стоят, они тогда ему ставят на пати. И профит будет в любом случае. От двух тотемов больше, чем от себя. Зашли, вот сразу поели рыбу и сразу пуляем. Вудли, вставай. А что это за перерыв, нахуй, ДБМ? Да не перерыв, это Андрей промазал. Девай. Ну,
Надо коробочку сходить. Диву убить. С перчаткой добыть. Ну, Вудли, Владюха, Мазда и Звенек. Доходим. С тебя 4-5 патия скидать ослабление. Еще раз напоминаю. Денек, заходи. Я устал. И снова здравствуйте. Здорово, ну ты сил пришел. А, так, заходи, Ваня, на редруску своего. Вудли. Даже не Вудли. Нахер два хапа, Сосуны, давай в этого. Нет, это бред, но дерево здесь хуже хапало, и так хила мало. Типа не... Ну, мы дерево просто забили в одном. Сколько там хилов? Они... Сейчас, сейчас. Нас... Два из которых в спеке. Блин, какое дерьмо. Так, ладно, нужно сейчас, что по-любому кто-то на замену ушел. Сейчас посмотрим, кто это будет. Сэнджу, давай ты на замену. Ваня, заходи. Вудли, прыгай в Элема тогда заново. Ну, блин, Шам профит не будет, наверное. Хапал. Ну, а чё, давай я могу на это. На замену. Нет, ты по... Какую замену? Ты по-любому остаешься. А Бакбери ДЦ встанет, он же мейн ДЦ, не? Нет, нормально, все. Мы же так убивали в прошлый раз. Вставай еще в ДЦ. Давай, Ваня. Сэнджи на замену пойдем. А я вам вообще нужен? Друзья? Очень нужен. Да, да, заходи. Надо убить. Ну, и... типа, 2 хила уже хватает. Нас как раз таки мы сдыхаем от них не из-за хила. Потому что у нас нет второго шамана хорошего, который у нас был хиля. Ну, просто по рейд-хилу я быстро высохну потом на второй фазе. Ну, закинем тебе. Хватает тут престов, хватает 2-3 друида, есть иннеры, позакидывают 2 шамана. Нет, там это все надо будет на ходе палов. Женька, да, иди на коне. Конь, иди в рейд, тоже сумоньте его, да, иди. Бегу на 1.5 минуты туда. Блять, а я только бы горит, ну что, издеваетесь? Сейчас. Издеваюсь. На 1.5 минуты. Этот, Ваня, в любом случае заходи, ты капец как надо. Ты этот где? Я тебе потом отдельно начислю. Андрюха, кстати, поставь таймер за время. И уже можно начислить сразу за час, это получается 50. Блядь, ты надо начислить, что мы сделаем. Саньку в этого, либо Вудли. Давай Вудли, ладно, пусть он все-таки по мне мейн. Плюс 2 массы крыбы. Про хил я просто без рекаунта. Не лагает. Рекаунт еще посмотрим. Там, где мы на третьей фазе хотя бы были. Я можно. Тимус исцеления. Мне очень все показывают. А, подожди. Андрюха, Андрюха. Нет, ты больше на хиле, чем угодно. Все, значит, ты останешься. О. Да, ДПС какой. А я ж еще истерию кидали. Тупо бомжара. Серегу не обогнал. Это 19 тысяч на выходе? Да. Там урон X2 вроде на груле. Или X1.5. Там пару секунд только X2. Нет, там урон в любом случае намного завышен. Я там тоже до хера давал. Намного. Намного. Да, типы на груле пошли давали. Парни, пожалуйста, да. Блядь, с ТП. Мы нахуй поставили так, чтобы никто не говорил нахуй, а все равно флут стоит. Да, здесь справедливое замечание. Троянского с умонем. Сука. Ну заливай, пиздюк ты.
А я где, как вернуть отсюда? А, покинуть. Сложно, блядь. Делай Симонти. Типа Троянского засмонили, лобстер, тут, дедхелп, тут, кушать рыбу еще раз, все заново. Погнали. Ослабление магии по 5 минут осталось. Ну, блядь, сейчас 5 перекидывалось. Ладно, давай поперекидываем быстро. Подбегите все к рыбе заново. Ребахните полностью Троянского, ребахните друида. Я уже, в принципе, почти всем закинул. Сейчас ману восстанавливаю и будем начинать. Я кушаю рыбу. Я не рипаю, да? Там бухой пипет. Да, ты грипай, я бухой дебей сразу. Так ну, протить меня, чтобы я, наверное, бил. У меня писка больше не бил. Сейчас неизвестно, у кого из вас рипает будет. Нахуя ты тогда задавал этот вопрос, блядь, если ты сразу ответ знал, дурачок? Чё? Иди гриппай, спокойно. Чувак, тихо. Так. Я не знал, но был среди бухого и меня, или я больше бил? Ты иди гриппай. Сферку первую. Одну сферку гриппай, пойдет бить. То готовность на пол еще раз последняя. Если все готовы, то Андрюха запускаем. Все, готовы все, запускай. Но мне лапы нет. Они есть. Да. Жаль, на скибиде. Через 20 секунд следующий трек. Илюха, не забудь на третьей фазе, что с тебя пушка еще другая, с минус хилом. Слышь. Зарывание через 20 секунд. По ДПС хорошо идем тоже. Первый бежит, сейчас got help снова. Второй Яката, не забудь. Третий Сацуна, четвертый Бакати. Зарывание через 7 секунд. Слева будет разбита сферка. Когда мы убежал? Не забеги на лужу только. Иди, перед ними. Следующий приготовился в Акате на уфолога. О, не в Акате, а Яката на уфолога. Вы не лезете, все сбежали ближе к центру. Так слип. Играем по мелкому трэшу. Ренессанс убежал. Через рейд только не беги. Все, потихонечку сдвигаемся там, где мы бьем ануба, но подбиваем. Ну зачем вы сбиваете эти сферы, блядь? Зайди на сферу. Не трогайте вы сферы. Жуки. Добейте жуков. Сейчас жуки будут на этих сферах замедляться. Мелкого добейте последнего. Ренессанс, начинай с дальнего. Убить. Ну ты понял, да? Следующие мобы через 20 секунд. Мобы высни. К
скоро выйдут, точнее через 3 секунды. Ну, почему-то. Играем по новому пока что. Следующий бежит Сасуна, напоминаю, четвертый в Акате. Боб закидывает. Там лужа уже сбита. На ту лужу. Не забегайте вы раньше на эту сферку. Вот сейчас выберет вас на сферке, вот you hold down. Будь пиздец. Вот. Андрюха Вагон. Не Андрюха Вагон, это Вадюха Вагон. Еще ты видел. Никотин следующий. Побежал и в локате приготовился. Добили и сошли с верхней подкрепы, не лезьте. По мелким играете. Дойдите ближе к центру. Войд Фрозен убежал. Изморский, убеги. Приветствовал. Да, обязательно. Давай ты, Ваня. Или бахнула сразу, никаким. Боб затила, Боба нету, блин. Хух, хорошо. Играйте по-мелкому. Не бахните никотина, мелкий трэш добейте. Пока что, пока оно пойдет. И подбедите близко к печеньке, чтобы на пульчик кому мешать. Мечтите немного. Смотрите уездки аккуратно, чтобы не сорвали моба. Все, Войд, остановись, больше не иди. Панька, на тебе хилы. Роги, можете на пулами обмениваться, можете пока их оставить на третью фазу. У нас есть время подождать 20 секунд, у шнурков 700? Да, есть, есть, есть. Немножко... Вадюха вешай. Сейчас шнурки закастуй. Этот, немножко просто стопни чуть-чуть, буквально. Пару секунд. СС тоже пускай будет, не помешает. Все, давай, Войд, жми. И Гер дали. Мастера урона лёд. И мы же жук сорвался. Два дюка сорвалось. Жми, Саня. Я залагало жестко. Да, блядь, фероните. Паладинчики, можете фероните. Ёбаный в рот, вы паладин ебаный нахуй. Меня лагает, шо пиздец, понял. Я не знаю. Каз бизнесмен. Блин, я тебе кинотел уже. Ладно. В рейд не заходи. Падай. Задержка, это чё за ебаный рот? Это жога. Я просто фризит. Секунд 7 у меня сейчас было между кастом. Сервак что ли опять обновляет или что-то делает с ним? Ну пока не фризит у меня. Я просто понял. Почему ты вагон? Наван, ну расскажи. И не только ты. Каст желтый и все. Объясняю, почему некоторые люди вагоны. Потому что цель еще не выбралась, но некоторые люди уже забежали на сферку бить трэш. Почему так нельзя делать? Выберется вас, вы не успеете выбежать из сферки. Просто разобьете сферку, под которой Петя стоит. Поэтому не приступите сразу на эту сферку забегать. Это ты сделал, точно, Бухой видео сделал, и кто-то еще там был. Я чарт прожал, я вагон, чарт прожал. Фридом. Тебе успеет Фридом закинуть? Посмотри, какое расстояние только там. Могут не успеть. Угу. Зачем просто лишний раз напрягать кого-то? Просто сделай нормально. Отбеги, подожди и все. И дальше беги, бей. Какой спринт тебя замедляет? Тебе спринт не спасет, если только Фридом закинул. Но это на этот паладин среагировал. Короче. Просто ты почти лайпнул рей. Вот я тебе все скажу. Thank you.
Вот и все. Поэтому раньше не лезьте. Я не зря говорю вам, подбегите ближе к центру, чтобы... Вы подождали, пока выберется цель. Выбралась цель, тогда идите бить трэш. РДФники могут уже, в принципе, бить сразу. Мимики, пока не забегайте на лужу. Если достаете там где-то рядом возле лужи, ну то бейте, но на нее не забегайте. Потому что вот сейчас почти Андрея убил. Вообще, если бы забежал на лужу, вайпнул бы ей. Саня, я тебе скажу так. Для дружника вот это ослабление магии, это пиздец. Но с одной стороны, да, с другой стороны, если приведенная сфера, минус как-то урона прилетает. Это как бы тоже хорошая вещь. Ладно. Есть у кого, кстати... Ладно, припоты у меня закончились. Киньте обмен, если есть. Закончились, но ё-моё, мало взял с собой. Сотни мест купил. Где-то там. Ладно, похуй. Есть на крипы и СПД. Их используем. Благодарствую. Ладно, благодарствую. Мобы. Через 2 секунды. На полуроге уже обмениваетесь друг друга. Первый раз чисто закину, и потом обменивается. Там от никотина, в принципе, хватит. Помощники через 6 секунд выходят. Выясни. Вырывание через 15. Ребята, не сбивайте лишние сферы. Слева будет сфера сбита. Владюха побежал. Евгений Готхелп первый бежит. Даму аккуратно там почти в шипы улетел, отрыло. Сферка забагалась. Не разбивается, или да? Она умерла, но она не упала. Блять, гриппа еще одну. Закиньте боб, ничего страшного. Я сейчас собью. Дайте ему боб главное. Есть, нет, нет, нет. Она нормально. Она нормально была просто, да. Побегайте кто-то. Дайте боб. Бегайте, ой, боб по нему закинете. Я закину. Давай. Так, раз ты закинул, Яката, ты следующий, который побежит на третий. У нас один боб остался. Ну, нормально. Осталось 3 сферы. Один боб, значит, в Акате первый побежишь ты. Доиграли по мелкому трэшу. Трэш выше. Хорошо. Чего, тай поменьше. Так, пожалуйста. Я не знаю как, но постараюсь. Это не стойте, как долбоёбы, и не бейте этого жука. Видите, бежит к вам, подморозит. У каждого есть какие-то там мобилки. Мы даже прожали ускорение и так далее. Подставимся. Вы же в мобу скоро выйду. Вакати, напоминаю, ты первый бежишь, закидываешь боб. Потом у нас осталось еще 2 сферки. То есть разобьем все сферы остальные, оставшиеся люди. Четвертый человек просто раскайте. Сейчас через 3 сферы сделаем.
когда мы ОБР. Ваня, давай ты. А, у тебя нету, Андрюха, дай ты по кадам ОБР. Будет в самом дальнем правом углу, сфера разбита, Вакати и Бухой побежал. Сразу разбить, сразу. Троянский нужно, чтобы ты грипнул, потом вот эту сферу сейчас разобьют. Бог просрал. Отбежал. Блять, ну вы угораете. А на кто вы озноб повесили? Сферу. Вон сфера летает возле, Good Help побежал. Собью сейчас за нее сферу. Мак уже сдох. Good Help, беги, дырки, бабл, да. Беги к этой сфере. Бабл, да. Жми. Бэкбери, зайди на сферу. Суна убежал. Не бери стак, у тебя 10 стаков, ебать, не, убеги вообще отсюда. Ахики бежит. Блять, хочу выбежать. Подшивай свою прохитание. Изморский, дай БР по Сири Фейс и закастуй СС по Изморскому. Ребахните мага. Апулы отдали. И Кадама там тоже падал, его тоже реба. Шли все под босса, кроме Малыша и... Ну, кто назначен, Войда прохилить. Тут ждать нужно 100%. Ну, по-любому будем ждать. Там набрали стаков, где? 10 стаков. Помощники выйдут. Там один стак, у Вадюхи 3, он скоро закончится. Нормально. Войд, приготовься. Давай, Чигеру. Вой, жми. Мастера урнолет, нажмите. Саня, жми, бабл, массакра. Женя, у тебя же бабла нет, да? Скоро мобы выйдет. Нет, решайте, показывает. Свои прожимки нажимайте. Если есть у кого мастера урнолет, мастера урнолет. Саня, Мавар, закастуй гимн на ХП. Ваня, дай БР по уфологу. Если можешь, гимн нажми, там в этом духе. Все свои прожимки готовьте, баблы, паладины. Андрей, нажми спокойствие, если есть. Женя, вставай. Инер по Жене сразу. Хилим, и что хилим пока. Стоп захил вообще, действительно просто. Хорошо, молодцы. Пиздец. Вот, ребят, красава. Я не думал, что друид может быть полезным, честно. Ослабление магии Ваня зарешало. О, пуха. Так. Просто посмотри на мой захил, это ну, чисто такое махай. Дерьмо. Фух, это вот это потно было. Иди, Витрикс. Заебал этот платорез уже нахуй. А я его хочу, прикинь. Я проебал нахуй, он каждое КД падает, блядь. А я хочу платорез. И я хочу. Просто там был. Андрюха, да. Андрюха, начисли, пожалуйста, 250. За убийство босса и этот и за время, если ты не начислял, за время мы здесь сколько уже, полтора часа еще плюс
Дайте details добавить. Плюс 75. Ну, я бы не сказал, флуда реально меньше. По крайней мере, такого ублюдского, как вчера. Огрызаний нет. Так. Теперь сразу трофеи, кому нужно. Ну, может, кому-то еще это говно надо. Если нет, то пронаправляй. Дай мне трофеи. Сердру сделал хоть нормально. Ну, давай. Сколько тебе трофеев джанк надо? А, я себе скину. Ой, блядь. Это, ну киньте на трофей все равно ролл, может кому-то еще нужно. А на трофей надо, ну типа вот эти регалии, надо трофей или нет? Да. А нет, регалию ты сразу на шмотку меняешь. А, регалию сразу на шмотку. Лобстер. Кидай из морски, сколько тебе на трофеев? 5-1 хуй, я это 9 продал. Сколько тебе трофеев надо из морски? Там только регалии, сразу меняешь на шмот. Я на Т9 распилил. Из морских? Т9, просто регалию на Т9. Там не надо Т9, чтобы поменять. А, не надо? Просто шмотку получаешь. А, все. И Т9-2 также получаешь. Сейчас накислимся. 325 и по всему, Андрей Ильич. Все, поехали и пошли шмотки. Так они тебе нужны вообще, из морских трофеи эти? Начнем с токенов. 700 стар. Здесь, блядь. Бухой мастер. Силифейс 900. Он фаер, что ли? Да, он фаер. Ну ладно. Тогда пусть ролит. Один, да, бухой мастер. Раз. Один и два силифейс. Два. Аня, это все уже? Мы никуда не пойдем? Нет, пойдем, магика, пойдем. Скорее всего. Пока сидите. Сейчас разводим шмот, сразу на магику выведем. Только состав немного поменяем. Сделаем посильнее состав. Один, кстати, давайте быстрее рожайте. Бухой, будет составку делать. Силифейс 2, раз. Силифейс 2, 2. Силифейс 3. Все, кидай мне. Маг. Звездочку поставил. Маг, кидай ему. Так, дальше. Следующий токен. Вань, тебе еще один трофей нужен, кстати. 700 тоже. Давай. Кидай мне. На мейн никому не надо. 700 скибиди. Раз. 750 вудли. Так на лов за половину цены. Вудли тебе на мейн? Нахуя тебе это говно? Что, тогда на лов 350 старт. На лов 350. Ну, короче, 350 вудли. Женя, ставишь больше? Скибиди 500. Раз. Вудли 600. Раз. Вудли 600. Два. Ну, Женя, ставишь? Три. Вудли 600. 3. Кидай обмен. Но я не знаю, если тебе на РСАМ эти 4 нужно. Лучше на Элема отдаем. Все, Женя, 350 кидай обмен. Святку ниже ставим, Женя. Женя, звезды тебе... Так а нахуя вы вылечи, ебать, блядь? Да 350 вудли забираем. Снимаем боем и не давай никому. Короче, за минималку отдай ему, если не надо. Страдайте хуйнёй, блядь, вы что, ебанутые там? Да просто время, блядь, тратят и своё чужое, вудли 350 забираем, всё. Не хотите, как хотите, блядь. Клечко 250. ДЦшники. Не, тут пойдёт ДЦшники в первую очередь на хилов. 250 и Блэкберри тоже. Надо тебе это как-то? Малар 250 раз. Мавар 252, Мавар 253, кидай мне звездочку. Когда тебе, блядь, конь разводил на ЕП?
На топор. На топор. 5000, ну и 5500 старт. Копалы, шамы, децесники. Да, и лемы, но тебе вудли это не отдадут. Мавар 650. Ты один ролил. Тебе не надо? А, у него 260 шмотка. Ну давай, забирай, забирай сам. Писа выбирай. 650. Вудли ролит? Да, 700 он поставил. Ну давай, 750 ставим. Да Саня, зачем? А, подожди, Саня, тебя за этот, блядь, можно харе забрать. Ладно. А, ну тогда давай, отдаю. Все, это уже херня получается, ну. Давайте, блядь, ебанулись нахуй. Нет, давайте, забираю, блядь, забираю. Раз ролил, забираю. Поздно, ты поставил ставку, все. Все, я забираю, не должно быть никакого обсуждения в войсе, нахуй. Цифры поставил, до трех посчитали, и все. Нету никаких особенных никого, блядь. Все, пример Каян тогда, блядь, с этим топором. Реально, ебать. Таня, кидай огня. Там цифры я забрал. Звездочки. И распилил. Ну, не рассудите меня каким-то ёбнутым, что я сейчас ору, но потому что это, ну, долбоебизм. Он на душе хороший. Другой пути хороший нет. Так. 500, это на мейн, ну, Петя, на мейн роли. Ну да, на мейн. Там заточек на ДЦ миллион падает. А не ролишь? А сколько, ну, на ОВ сколько ролится? 500. Ну, ролят за 500 мейн. Так это на мейн. На ОВ, говорю, на ОВ сколько? Миллион, да. 250 на ОВ. Уже месяц Вань прошел. 250. Гудхелп 300. Кто ты Гудхелп, реально, у него на реплике распикается, у него пушки, да, да, у него пушки. Да, обмен Гудхелп. Женя, ну скорее, давай, вон прыгает звездочка. Я просто замучаюсь 150 цирку буду рожать. Угу. Следующая пушка. Сад адского крика, тоже 500 старт. Тут только Владюха и ДКшник. Владюха 500 раз, Владюха 502, Владюха 503. Ну, на фростов есть дверогашки, а на рогу лучше пушки нету. Мы на магика идем? Да, на магика идем. Так, и на мейн, Андрюха, тебе если надо, роль. А, точнее, на лов, 225. А, подожди, здесь еще хапалы всякие, ну, похуй, пусть Андрюха. У тебя что, Вудли? Ноги офсетом? Да, у него ноги офсетом. На мейн. Пускай берет. За 300 забирай. Да-да. Все, летите на магика, больше лута не осталось. Осталось две сферки, эти рецепты. Вот, на этот, Егор, расставайся на ДДшнике. Кому надо уходить, уходите, уже ИП-шка начислен. Дальше мы уже соберем пати, которая возможно. Да. Где быть.